Добро пожаловать, друзья, на прохождение игры Cyberpunk 2077. С вами, как всегда, доцент, и мы продолжаем, и нам необходимо поговорить с Бестией. Дополнительных заданий у нас вроде как нету, что-то на стадии ожидания. Где-то, видимо, тоже на стадии ожидания, потому что я на карте больше ничего не вижу. А что у нас осталось, так это сюжетные миссии. Ну, давайте глянем, что у нас за задание на перепутье. Посмотрим, к чему это приведет. Как бы три основные сюжетные миссии, но... Как именно дальше, что да как, непонятно. Что-то не понимаю. Ребят, вы чё агритесь? Да. Странные, однакось. Ладно. Во-во-во-во, чемпион! Давай, выходи против меня драться. Я тут как раз жду, когда мне Фрэнк позвонит. Я пистолет этот уберу, ё-моё, пока опять непроизвольный выстрел не произошел. Ну и рожа у вас! Welcome to the club. Что дальше? Вызываем наряд? Или по-быстрому пристрелим этих и затащим внутрь? Я же говорил, по смерти смотрят на репутацию, на статус. Твой значок для них ничего не значит. Нас не пустят в любом случае. Морду кирпичом и пошли отсюда. Охренеть! Просто, сука, охренеть! И главное, блядина, ставить себя выше закона? Тише, тише, успокойся! Если она услышит, она тебе яйца отстрелит, а я не хочу попасть под раздачу. Диалоги крутые. Здорово, ребят. Че это? Дерзишь. Крутой бар. Afterlife. Хочу почтить память друга. Моего друга стоило бы упомянуть ваше имя. Ты про того большого с пучком на голове? Жаль, что с ним так вышло. Помнишь, что он просил ему смешать? Водку со льдом, сок лайма, имбирный сок. И... Капельку любви, да. Ну да. И называется коктейль... Джеки Уэллс. Правильно. Первый Джеки Уэллс самый сейчас. Спасибо. На здоровье. Если что надо, зови. Может быть, когда-нибудь и в честь нас назовут коктейль. Работается в посмертии. Не жалуюсь. Драк тут почти не бывает, а если и бывает, то быстро заканчивается. То есть, публика убийств. Прикольное место, однако. Сказал, не я. Каждый день как праздник. Ну, давай. Тяжелый день. Как всегда. Что будешь пить? Коктейль 50 уровень. Так. Что у нас тут есть? Ну и где Джеки? Ай, ладно. Все. Давайте поговорим с Бестией. Бестия, есть разговор. Все в порядке. Он что, в 3D очках, что ли? Ты не из наш. Как тебя зовут? Я Ви. И что тебе от меня надо, Ви? Да, это она. Столько лет прошло. Ты только посмотри, сидит себе на диване в посмертии. Сейчас аккуратно. Она тебя насквозь видит. Говори как есть. Это девица. А чего она выбесилась? Ее спроси. Наверное, рыдает где-нибудь тут в углу. Мне нужна помощь. Хочу кое-кого найти. Кого? Одного крутого инженера, Андерса Хельмана. Он из Арасаки. Секунду. Андерс Хельман. Пробьешь мне его? Ха, спасибо. Рано благодаришь. Во-первых, моя помощь бесплатна. Вот именно. А во-вторых,
все эти люди? Декстер Дешон, Джеки Уэллс, Ти-Бак. Я о тебе много слышала, Ви. Ты буквально идешь по трупам. Скажи, может, тебе просто не повезло? Узнаю, сучку. Спроси ее про Арасака Таур. Как меня подстрелили у нее на глазах. Они знали, на что шли. Такое может случиться со всеми, без исключений. Даже с лучшими. Даже с тобой, бестия. Арасака Тауэр, помнишь? Кого ты там потеряла? Какого-то Джонни. Ты подготовился. Конечно. Но диалоги здесь прям погружаешься. Я давно завязала. Дело есть дело. Нужна моя помощь, выкладывай Эдди. Ага. А если у меня нет денег, может быть, какой-нибудь квест даст? Ага. А если у меня нет денег, что, скажешь, выметайся? Нет. Скорее возвращайся, когда деньги будут. Такие правила. Угу. Ну тогда до скорого. Ты знаешь, где меня найти. Так, накопить, накопили, все замечательно. Ну давай. Собственно, погнали. Должно хватить. Угу. Приходи завтра, поговорим. Подождать, пока бестия позвонит. А ждать мы за столиком будем, да? Ну ладно. Попойка до посинения. Хобана! И все. День пролетел незаметно. Надо назвать коктейль особо гремучий, чтобы люди теряли сознание и назвали бы его пропуск уровня. И его бы... таким коктейлем только Новый год отмечать. Хренакс, а уже прошло 2 года, да? Хотя вроде только один залп сделал. Я к бестии. Она меня ждет. Привет, это снова я. Что там с Хельманом? 2, пожалуйста. Освободи место. Садись. Крутая, однако, действительно бестия. Надеюсь, ты его нашла. Такую целеустремленность редко встретишь. Он настолько тебе нужен? Это вопрос жизни и смерти. Этого я тоже давно не слышала. Бутылку оставь. Не стесняйся, можешь угощаться. Угу. Ну, давай. Твое здоровье. Твое здоровье. Оно тебе понадобится. Вот и не Киану замерещился. Спасибо, Никс. Королева по смерти. Кто бы мог подумать. Как у меня хлебало-то растягивается. На ней много всего интересного. И она поможет? Знаешь, бестия была та еще бесчувственная сволочь, но она всегда доверяла чутью. По-моему, ты прошел ее проверку. Посмотрим, что ты нарыла. Меня прикалывает, как все ждут, когда он там что-то в голове думает, обсуждает. Это как-то порой нелепо выглядит. Он не проходит ни по одной ведомости. Зато он засветился в секретных файлах Цзяньти. Это дочка Кантао, китайской корпы. Это кефиговый листок. Кантао проводит через нее разные деликатные операции. Понимаешь? Ты сможешь его найти? Найти его проще простого. А вот перехватить... другое дело. Это расшифрованный маршрут ближайших конвоев в Кантао. Думаешь, в одном из них будет Хельман? Как я пойму, в каком? Вот подробности по этому конвою. Одно АВИ, поддержки земли нет. Накладных на товар тоже нет. Странно. Кантао иногда перевозит грузы без всякой регистрации, если хочет продать что-то из-под полы. Но... глянь загруженность, которую вбили в систему. Слишком малый вес. Груза на борту нет. Зато смотри, какой шикарный список пассажиров. Охрана Кантао плюс какой-то... угадай, откуда перевозка? Из Цзяньти. Это Хельман. И это хорошая новость. Сейчас начнется. Это все засекреченная информация. Тебе всегда ее по первому чиху скидывают? Я знаю, где искать. И кому выкручивать руки. Я вообще не люблю тратить время. Мне кажется, ли у меня карта перед хлебалом зависла?
А что за плохие новости? А плохие новости — их место высадки. Видишь, все это — воздушное пространство Найт-Сити. Понятно. То есть нам тут же отвесит люлей доблестная полиция. А здесь уже слишком близко к Антару. Стоит нам косо посмотреть на Ави, они сразу отправят своих амбалов. Зато вот тут — равнина Джексона. Узкий коридор между Найт-Сити и территорией Кантау. Сегодня тебе везет. Мертвая зона. Там я его и возьму. Тебе нужен кто-то из местных, чтобы организовать весь движ и подогнать технику. Да. Быстрее сдохнуть, чем засечь такое Ави. Я о нем слышал. О, зон здесь классный. Предыдущие модели летали во время войны. Эти мамонты очень быстрые, и с защитой у них все в порядке. Лезть к ним бессмысленно, даже с хорошим оружием. Все равно ничего не выйдет. Речь не про оружие, а про способы. Есть люди, которые их знают. Как в цивилизации. С копьем и мечами на танке не прыгать. Что-то типа этого. Кто-то из местных? Ты знаешь там наемников? Только одну. Панам Палмер. У нее терки со своим кланом. Но она настоящий кочевник. И знает те места. Вот она тебе и поможет. У нее не будет выбора. У нее не будет выбора? Звучит не слишком обнадеживающе. Для нас обоих. Ну, за такую цену ничем больше тебя обнадежить не могу. Это мой единственный шанс добраться до Хельмана. Понимаю. Хозяин барин. Ви, тут что-то не так. Странно. Мне казалось, кочевникам нахер не упали ни города, ни их жители. Все зависит от клана, от их связей и от того, как дерьмово им живется. В целом, ты прав. Альдекальда редко имеет дело с городскими. У Панам другое мнение? Вот-вот. И не только об этом. Да. Почему Панам должна мне помочь? Тут какой-то подвох. Большой подвох. Панам иногда перевозит для меня товар. А в последний раз все пошло не по плану. Она прокололась. Мягко говоря, провалила всю операцию. Потеряла товар и машину. Она сделает все, чтобы вернуть груз. Для нее это вопрос чести. Ладно, я могу ей помочь. Но мы же не знаем, где искать. Знаем. Я знаю. Так, ну давай. Вот правда, вот это вот хочешь и меня развести, как по нам? Офигенный диалог. Не трать мое время. Ты знала, но не сказала по нам. Со мной тоже будешь играть в кошки-мышки. Моя работа — замечать расклады и использовать возможности. Допустим, я ей обо всем расскажу. Что она сделает? Конечно, схватится за ствол и начнет играть в святую месть. Финал немного предсказуем. Я огорчаюсь, когда хорошие исполнители дохнут по глупости. Ха, то есть я для нее единственный шанс, а она для меня. Две пешки на доске бестии. Ты быстро учишься для пешки. Эх, Ви. Окей, расскажи, что ты знаешь. Под Найт-Сити есть заброшенный город Рокки-Ридж. Панам знает где. Езжай туда и верни товар. Тачку тоже. Сначала, конечно, свяжись с ней. Я пришлю тебе контакты. Да уж, наконец-то. Пойдем уже отсюда. Все ясно. Спасибо. Удачи. Ну, чё, Джонни, чё скажешь? Слушайте, тут такая эта атмосфера лютая царит. Прямо. Под этого только коктейлями закидываться. Побежало задание. Подожди еще немного, пожалуйста. Что такое? Рибер сейчас приедет. Сука, ну как так? Почему мы не поехали в клинику? Тут безопаснее, чем в клинике. Скажи что-нибудь, Жан. Блин, сумасшествие. Ты приедешь, блин? Ты будешь тут через 5 минут, или я... Ёптать! Опять нафиг. Меня сейчас вырвет. О, мне нужна твоя одежда, обувь и мотоцикл.
С кем дерешься? Бой с тенью. Так, что у нас там по этому? По заданию. Позвонить по нам. Так, начни с Парсмертия. Старые друзья. Еще надо этого дождаться. Такемуро. Да. Ну, давайте встретимся. Тем более, это рядом вроде как. Посмотрим, к чему это приведет. Где там моя шушлайка? О, да давай хотя бы этот Тарантас Джеки. Блин, я балдею, ты где? Ой-ой-ой. Сколько от меня? Преодолеть всю карту, чтобы добраться до мотоцикла. Поехали. Ек. Поговорим с Такемурой. Давай-давай-давай, гони, у меня какой-то моцик. То прорисованный, то нет. Странное. Вон, вон! Ну, знаете ли, относительно на небыстрой тарантайке, как бы, дальше едешь. Прям как пословица знаменитая, потому что... На слишком скоростной начинаешь либо взлетать на пешеходах, либо еще какая-нибудь фигня. В целом нормально. Просто замечательно. Так. Ну, где там? Такемура. Почему я не еду? А, я не могу сюда приехать, ну. Ясно. У меня же тем более как бы по сюжету вообще с ним встреча. Я сидел в баре и должен с ним был встретиться. Сейчас опять отмотка времени. Оп. Я рад тебя видеть, Ви. Так. О, у тебя тут такой же прикид, как у меня. Довольно-таки безлюдно. Как раз сможем поговорить без свидетелей. Да. Что случилось? Выглядите довольно хреново. Так выглядит тот, кого лишили имплантов, денег и уважения. Ни хрена даже имплантов. Плохо. Меня почти незаметно в городе. А где этот ваш друг? О, да. Скоро должен прийти. Вы мне расскажете, наконец, кто это? Это телохранитель Ханако-сама. Ханако Арасаки? Дочери Сабура? Которая приплыла сюда на авианосце? Да. Если он тебе поверит, мы встретимся с ней. Угу. Ему точно вообще доверять можно? Ему точно можно доверять? Да. Ясно. Очень убедительно. Краткий ответ. Убедил. Мне терять нечего. Так лучше? Хуже. Мне-то есть что терять. Ну, я так понял, поздняк метаться. О, едут ребята. Это хороший знак. Обычно он приходит незаметно. Если начнется битва... Главное, чтобы сейчас Скиппи непроизвольно стрелять не начал. Или произвольно. Ё-моё, это кто?
Такэмура-сан. О, да. Это он? Твой вор? Мой свидетель, Ви. Я могу и сам за себя говорить. Ну, говори. Мне сказали, ты что-то знаешь. Да. Давайте скажем. Я был там. Я все видел. Юринобу задушил своего отца. Молчи. Ни слова больше. Иначе ты навлечешь на себя смерть. Это правда. Ханако сама должна его выслушать. Все, чего я хочу, это защитить ее от этого забытого богами города. Она в опасности? Нет. Но на параде в честь Арасаки-сама может случиться что угодно. Я привел тебе свидетеля его убийства. А твои мысли заняты каким-то глупым парадом. Ой, походу, не дурак. Будет договора. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие. От правды все равно не убежишь. Все верно. В отличие от тебя, я еще не предал доверие тех, на кого работал. Я прервал диалог. Так посмотрели на меня. Я жалею только о том, что согласился на эту встречу. За тобой идет охота. Ты должен меня благодарить, что твоя голова еще не лежит перед Йоринобу. Простите, а у вас это еще надолго? Опять посмотрели? Что бы ты сейчас сделал на моем месте? Я бы тебя не пожалел. Принес бы твою голову Йоринобу. Значит, тебе повезло, что я — это не ты. Ты не можешь просто... Ода, пожалуйста, помогите. Мы же просим немного. Одну короткую встречу. Ханако сама выберет, верить нам или нет. Не решайте за нее. Помогите нам. Увы, нет. Но я позволю вам уйти и покинуть город живыми. Увижу кого-то из вас снова, убью без разговоров. Обдрищься. Будь осторожен, мой друг. Мы все здесь далеко от дома. Да, хорошо поговорили. Вот, пускай уебывает. Одного опёздала из Арасаки нам за глаза. Классный друг. У вас все такие? Нет, только он. Ну, мы хотя бы попробовали. Попробовали. И даже узнали кое-что важное. Что? Вы серьезно? Парад, то что будет. Ода дал понять, что они вернутся в Токио после парада. Ты понимаешь, парад. Возможно, это наш шанс. Мы сможем как-то подобраться к Ханако-сама. Сначала нужно провести разведку. Нам понадобится точная карта Джапантауна. Подождите. Твоя очередь. Звать друзей. Кто из фиксеров мог бы нам помочь? Так. Эй. Эй, не так быстро. Вас послушать, так все просто, как ларек ограбить. Вы же говорили, что у Ханако лучшая охрана в Найт-Сити. Да. Поэтому я и хочу, чтобы ты связал нас с местным фиксером. Но мне на ум приходит только Вакака Акада. Она держит салон починка на Чпок. О, там и этот. Нужно нанести визит. Как его? Риппер Фингерс. Ты пойдешь со мной? Конечно. Да, пойдемте. Поехали. Вик. Ну, ехать будем. Чпо-стрит? Что это за название? Не спрашивай. Это нормальное название. Ты еще контингент там не видел. Надо мной смеешься. Ну, блин, а ты как думал? Привыкай, Найт-Сити, ёптать. Не знаете, что происходит в Арасаке? Могу делать выводы только из теленовостей. Юринобу и его марионетки улыбаются на камеры и делают вид, что все под контролем. Но чем шире улыбка, тем она фальшивей.
У вас все в порядке? Да. Чего это ты вдруг? У нас с вами есть общие цели. Или вы об этом забыли? Разумеется, нет. Отлично. В Найт-Сити схватить пулю проще, чем простуду, а вы нужны мне живым. Как видишь, я жив и здоров. Лучше побеспокойся о себе. О, можно пропустить поездку, но я думаю, мы посидим, поговорим. Может быть, какое-нибудь приключение еще будет, мало ли. Этот корабль, это сейчас нет. Я уж подумал, что это тот корабль, на котором это приплыла. А на самом деле это, наверное, другой. Какой-то волчара с сеном в зубах. Наркомания. Не, сейчас наркомания будет, когда мы приедем в этот Чпок-стрит. Ну что, на месте? Надо его Криперу отвезти, Фингерсу. Он ему понравится. Там такие импланты поставят. И гребешок еще приделает сверху. Вот это будет классно вообще. Хорошо поговорили. Ну вот мы вроде и на месте. Все оказывается рядом относительно. Задание обновлено. Тайные удовольствия. Добраться до клиники Фингерса. Так вот, и он здесь. Как жизнь, Найт-Сити? С вами снова Стэн. Так. Погоди, у меня другое задание. Так. Мы сейчас тут, наверное, двух зайцев прибьем. Атмосферка тут что надо. Ну как? Тут получше, чем в облаках. Тут ты хотя бы знаешь, кто перед тобой. Ага. И, короче, один из них. Свою мамашу. Она-то всем говорила, что работает в отеле. Да, больше диалога не будет. Так, а это все решительно идет такое. У меня такое чувство, что он сейчас зайдет и этой вакаку втащит просто. Вы гляньте, с какой походкой. Это как к этому, там, к автомату подходил один. Газировки заказать. Я скучал по этому звуку. Бестия, дорогая, это явно какое-то недоразумение. Не знаю, кто напал на твоих людей, но это точно были не когти. Мои знают свое место. Теперь прошу прощения. У меня гости. Ви, рада тебя видеть. Да я тоже. Кто твой очаровательный друг? Это Гребешок Арасаки. Так, мы просто вместе телохранители. Работаем. Вот и все. Такимура Городес. Окадасан. Ой, о, да вы найдете общий язык. Истинный джентльмен. Жаль только, что его разыскивают все гончие псы Арасаки. А ты, Ви, приводишь его прямо ко мне. Назови хоть одну причину, по которой я не должна позвонить нужным людям. Да, пришли по делу, а ты любишь деньги. Нет, тебе жутко интересно. Ты бы уже давно им позвонила, если бы хотела. Но нет. Тебе интересно, с чем мы пришли. Ну, хорошо. Говори, но помни, телефон у меня под рукой. Нам нужна информация о параде, который будет проходить в Джапантауне. А, дело в Арасаке. Опять. Объясни мне, пожалуйста, одну вещь. Причем тут я? Территория твоя. Неужто мистер Дешон не отвечает на звонки? Гора, вы не знаете, почему жирная задница Декса сейчас вне зоны доступа? Его нет в живых.
Его зарезал и выкинул на свалку какой-то наемник из Арасаки. Неприятная история. Вы что, мне угрожаете? Не. Нет, конечно. Ты спросила, что случилось с Дексом. Я тебе ответил. Это факты. Ничего больше. Хорошо, иначе бы вы отправились за ним следом. Окадо-сан, у нас с ней благородная цель. Нам просто нужны сведения. Это вопрос жизни и смерти. Сведения на этих щепках. А это... Сколько это будет стоить? Я немного поиздержался. Я вижу. Берите бесплатно, это подарок. Окадо-сан, дороже всего стоит то, что ничего не стоит. Так вы берете или нет? Точно бесплатно. Подарок? Почему? По своим причинам. Не испытывай мое терпение. Там что-то с внуками было связано. Диалог. Джапантаун. На время парада все движение будет перекрыто. Гвоздь программы платформы Даши. Они пролетят здесь. Высоко. Даши или Даси? Вдоль платформы. Всей трассы много балконов, мостов и точек, откуда их будет хорошо видно. Почетная гостья Ханако Арасака произнесет речь с самой большой платформы. Это, наверное, платформа Васи, это да? Это произойдет здесь. Об охране ничего не знаю, но из-за недавних событий она будет очень серьезной. Mm-hmm. На последнем параде Арасака разместила агентов в толпе. Помимо этого были несколько снайперов и дроны, ну и дополнял эту веселую компанию по крайней мере один нетранер. Они будут использовать городские камеры наблюдения. Точка доступа вот здесь, в старом центре управления. Полезная штука. Советую обратить внимание. После парада платформы покинут Джапантаун, а мы, как всегда, останемся по горло в мусоре, который никто не будет убирать. Конец. Это все, что я знаю. Этого должно хватить. Ну тогда идите своей дорогой. И что, ты даже не спросишь, зачем нам все это нужно? Такое любопытство дорого обходится. Тем более... Я же все равно скоро все узнаю. Спасибо, Вакака. Благодарю вас, Окадо-сан. Крутая бабуля. Ничего не скажешь. Иди на нее работать, ё-май. Нафиг тебе этот Росака там. Блин, ну походняк у него вообще, конечно, блядь. Это вообще мощный тип. Прекрасная, умная женщина. Скорее всего, этих данных будет достаточно. Но я попытаюсь разузнать еще что-нибудь сам. Я похожу вокруг и позвоню нужным людям. Давай. Как только станет что-то известно, я с тобой свяжусь. Хорошо. Только будьте осторожны. Не раздавайте автографы каждому встречному. Моя слава твоей не затмит, как бы я ни старался. Удачи, Ви. Руку, крутой тип. Так, теперь. Подождать, пока Такамура позвонит на следующий день. Тайное удовольствие. Тут у нас клиника Фингероса. Давайте узнаем, что там у нас. Сейчас будет классно. Так, по-моему, я там, где надо. Ну, идти в клинику. Вы кто? Вас тут никогда не было раньше. Лапу убрал, живо! Думаешь, я тебя боюсь, Соска? Ты допиздишься, и Шельма... Офигенный диалог. Если она тебе что-то должна, иди и подавай в суд. Отвали, не трогай меня! Окей, я понял. Сутенер... Кого сканируем? Какие к черту сутенеры? Привет, Ви. О, Джуди, ты здесь? Эй! Тут очередь! Куда вообще прешь? Садись и жди своей очереди, как все. Ты знаешь этого
Фингерс. Слышал о нем кое-что. Что именно? У него иногда руки соскальзывают. Так. Хоть кто-то знакомый в этой дыре. Я очень за нее боюсь, Ви. Я не знала, что у нее какие-то проблемы. Мы ее найдем. Обещаю. Так. После налета Эвелин сначала пряталась у Шельм, правильно? Все верно. Тогда с какой стати она решила вернуться в облака? Подумала, что там будет безопасней. Черт знает. Я говорила, что это плохая идея, но она не слушала. Угу. А у Фингерса не было проблем с Шельмами? Нет, с чего бы. Я слышал, девочки после его операции выглядят хуже, чем до. Ну, сам понимаешь, нельзя решить все проблемы сразу. Блин, мы тогда следующего утра тут просидим. Может, попросишь у дам, чтобы они нас пропустили? А чего я? Я им, кажется, не нравлюсь. Попробуй. Ну или придумай что-нибудь получше. Так, сесть и поговорить с пациентками дополнительно. Ты работала в облаках? Не куклой. Редактировала вирты. Там я познакомилась с Эвой, Томом, много с кем. Вы с ней близкие подруги, правильно? И как, интересно, ты пришел к такому выводу? Ты кинулась ее искать, как только узнала, где она. Если начинаешь дружить с Эвелин, привязываешься к ней навсегда. Думаешь, Эвелин держит где-то здесь? С одной стороны, хотелось бы. Быстрее найдем ее. А с другой, надеюсь, что нет. Кто знает, что этот больной ублюдок мог с ней вытворять. Ладно. Так, будем с этими. Не видела девушку с голубыми волосами? С кукольным чипом. Ты знаешь, кажется, видела. Да, точно. Фингерс ее оперировал. Она еще здесь? Не знаю. Лучше его спроси. Подождать. Заплатим. На, купи себе какой-нибудь нормальный хром. У настоящего рипера. Если у тебя хватает на настоящего рипера, что ты здесь забыл? Господи, тебе-то какая разница? Нравится ему тут, может. Скажи спасибо и пойдем отсюда. Я все вижу, как в тумане. Давай, пойдем. Все, вопрос решен. Не волнуйся, глазки привыкнут. Вон вроде все. Поздно. Что, заходим? Да. Блин, ну и рипер. Здравствуйте. Чем могу помочь? Удели-ка нам минуту. Всего минуту? Ну, как мало. Жаль. Я мог бы часами смотреть на ваши сладкие губы. Но простите, сейчас я немного занят. Я тебя помню. Да. Ты у меня уже был. Осталось понять, откуда ты. Может, из тигриных когтей? Блин, ну и видо на него. Я из Шельм. О, Шельмы. Уважаю. Так, ну и что вам нужно? А девушки знают, что у тебя импланты ломаные? Можно и так сказать. Я даю им лучшее из того, что у меня есть. А что берешь взамен? То, что они могут предложить. А у них всегда есть что предложить. Тебе говорили, что ты больной ублюдок, а? Чего вам от меня надо? Так. Слышал, ты помогаешь девочкам с улицы? Ну, мало кто из деток станет играть сломанными игрушками. Когда им надо подтянуть кожу, поправить втулки, починить имплантики, я... Ну, ты понимаешь. Те, кто платят, требуют высшего качества. Таков закон потребления. Ха, не смеши меня. На любой помойке качество выше. Да. Ну, что, аллилуйя. Думаю я. Может, сейчас Джонни появится, что-нибудь посоветует. Ладно. Эвелин Паркер. Мне надо знать, где она.
Давайте пройдем в мой офис. Блин, я уже боюсь в твой офис идти. Через мой кабинет проходит много девочек. Очень много. И каждую я стараюсь выслушать. Применяю индивидуальный подход. Офигенный кабинет. Я же не просто лепила. Я их понимаю. Они хотят, как и любой человек, чтобы их похвалили, погладили по головке. Как будто они заслужили это. Конечно. Проходит время, и я их забываю. Прошу, располагайте ваши попки поудобнее. Так. Забыл, у тебя глаз пришли? Задергался, когда ты услышал ее имя. Не пытайся меня наебать. Ты ее помнишь. Глазик задергался, потому что у меня тик. Нервный. Не представляете, как тяжело с ним жить. Нет, правда, я бы помог. Но я впервые слышу об этом. Не, он что-то боится либо скрывает. Так. Проверь логи. А как насчет логов? Ты же делаешь какие-то записи? Да нет, такая техника не регистрируется. Никаких фамилий, ничего. Голубые там был вариант втащить, конечно. Мы поговорим пока. Брейна. Она была здесь? О, бедная девочка. Я пытался ей помочь, но вы же видите, у меня не бог весть, какая клиника. Эк. Говоришь, ты не мог ей помочь? Какая ей нужна была помощь? Если бы я знал, она бы сейчас стояла здесь, живая, здоровенькая. Опа-на. У Чипа был сожжен регистрик команд. В угольки, понимаешь? Я его заменил, но без толку. Это был кастомный вирус. На Эвелин напал Нетранер. Да, похоже на правду. Но почему я не могу выбрать? Я вариант выбрать ближе не могу. Е-мое. К делу? Да. Дело в том, что я понятия не имею, где она. Блядский кусок дерьма. Что ты с ней сделал, урод? Пожалуйста, надень намордник на эту тварь. Или усмири ее. С таким отношением у нас разговора не получится. Так. Почему у меня отказала кнопка F? Офигеть, мне тоже что ли имплант уже меняют какой-то? Офигеть. Что-то не так? Не говори так о ней. Придется через Enter. Она меня оскорбила. Так, чем быстрее ты все расскажешь, тем быстрее мы оставим тебя в покое. Итак, Эвелин Паркер. Где она? Скорее всего там, где девушки становятся звездами нелегальных брейн-дансов. Больше я ничего не знаю. Ты уверен, что о, она там? О, Эв заработала. У меня она была 4 дня. Почти все время пребывала в Ла-Ла-Ленде. Да, как мертвая. Мы не успели подружиться настолько, чтобы она отправляла мне открытки из своих путешествий. Инк. Что значит нелегальных? Не знаю. В смысле, я никогда такие не смотрел. Снаф, Гура... Я же сказал, не знаю. Где мне ее найти? Мне что, надо повторить еще раз? Я не знаю. Любой на моем месте поступил бы, как я. Че-то он умалчивает. Я пытался ей помочь, но это оказалось невозможно. Тогда я позвонил своему фиксеру. В тот же день за ней приехали 2 амбала. Так. Кому ты звонил? Это же, наверное, бабка. Вакака. Я сказал ей, что хочу слить куколку с брейндансовым чипом. Обалдеть. Куда ее забрали? Еще раз тебе говорю, не знаю. Они были не сильно разговорчивы, а я же не идиот таким людям лишние вопросики задавать. Ты не идиот. Как тебе кажется, почему девушки, которые сюда приходят, позволяют тебе их лапать, а? Потому что ты заботливый и неотразимый? Хуй там! Позволяют, потому что у них нет выхода. А на самом деле они бы плюнули тебе в рожу при первой же возможности. Офигительный диалог. Опиши, как они выглядели. Ну, как ты, как я, как обычные люди. Неужели как ты?
Вот это да. К таким ребятам обычно стараешься не присматриваться. Помню, что у одного была бородка. Да ладно. Такэмура, что ли, этот? Как его? Ой, блин, с кем я только что ходил? Вот это дела. Так, ну-ка. Парни, которые за ней пришли, не говорили, зачем она им? Что они с ней будут делать? Да, они говорили про вирты с какой-то бабочкой. Мол, она для них идеально подходит. Не знаю почему. Больше я ничего не знаю. Ты ее продал как вещь, блядь. Как манекен какой-нибудь. Ну, живым человечком ее нельзя было назвать. До драки не дойдет, надеюсь. Мне надо подышать. Жду внизу. Да, но Джуди так-то права. Джуди права. Из-за таких, как ты, в городе невозможно жить нормально. Ты получил, что хотел? Тогда нахуй отсюда, быстро! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно. Это все из-за меня. Надо было просто не пускать ее в облака. Поверь, Джуди, по сравнению с упырями, которых я вижу каждый день, этот Фингерс не такая уж и мразь. Ви. Пару секунд назад ты другое сказал ему в лицо. Да. Хватит, успокойся. Мы ее найдем. Мы найдем то, что осталось от ее изуродованного трупа. Эй, возьми себя в руки. Ты что, уже сдалась? Нет. Надо найти подпольные брейн-студии. Что еще? Еще мы знаем, что они как-то связаны с мертвой головой. Тоже зацепка. Хм, и что ты собираешься с ней делать? По-моему, это... Из-за этого волоса у нее нос ездит туда-сюда. Какой кошмар. Так. Ты не видела что-нибудь с мертвой головой на логотипе? Что угодно. Рынок просто огромный. Это целая индустрия. Каждый занимает свою нишу в зависимости от фетишей. А нелегальные студии на одном месте долго не задерживаются. Они делают все, чтобы их труднее было накрыть. Мы должны найти, где снимают эту херню. Скорее всего, в какой-нибудь дыре. Вряд ли они куда-то ради этого выезжают. Ну да, наверное, там, где их не запалят. Я бы проверил, может, они где-то в своих виртах засветили место съемок. Эти ребята никогда бы так не подставились. Есть идеи получше? Есть идеи получше? На самом деле, да. У сайта «Удовольствие Найт Сити» есть зеркало в Даркнете. И? Туда чего только не сливают. Может, и мы найдем что-то полезное. О, Такэмура. Что у вас? В ней. А чё разонравилось? Она бы продала, да-да-да, именно. Мое время еще придет. Хорошее окончание. Сейчас надо подумать. Диалога. Давай заглянем в Darknet. Да, думаю, ты права. Давай посмотрим, что на этом сайте. Ага. Надеюсь, ты сможешь что-нибудь там нарыть. Расспросить о черных брейн-дансах на Чпок-стрит. Так, найти терминал и зайти на сайт. Это все, конечно, круто, но мне сначала надо расспросить. Блин, она уже здесь. Че, ребят, кто чё знает?
О. Стой, котик. Ты куда так спешишь? О, может быть, с тобой взял об него окурок вытер. Джонни, ты чё хочешь? Джонни, ты чё появился-то? Просто для прикола? Я тебе прямо сейчас кишки выпустил, но тогда ты не вернёшь мою дочь. С кем говорим? Что происходит? Ну-ка, может быть. Может быть, ты что-нибудь скажешь? Ищешь компанию на вечер? Так, это все ясно, тут нам ничего не скажут. Так. Эй, парень, не хочешь радужные поперсы? А пурпурную дымку? У меня есть все цвета, какие хочешь. Ну-ка, давай. Скажи, что у тебя есть. Объем памяти. Да нет, это не то. Так, это терминал. Ну и у кого мне расспрашивать-то по поводу брейнданса? У тебя, что ли? Мясо настоящее. Кого тут расспрашивать? Ёптать, кого-то грохнули. У этих ребят точно уже ничего не узнаю, но обалденно. А ты как? Понял. Никак, надо искать. Как-то не получается. Магазинчик рядом с этим. Пригодится. Где этот сидел? Вы что-нибудь... Мне нужен особенный товар. Такой, чтобы... В смысле порно? Нет, пожестче. Блять. Это не ко мне. На Чпок-стрит есть один мужик, у него разные вещи бывают. Очень разные. Окей. Мне нужен особенный... Нет. Понял, это понял. Не ко мне. Ищем мужика, который... Который что-то толкает здесь. О! И ты здесь. Нахереть не встать. Что-то не так? А ты что здесь делаешь? Ты же должен это... Так, ладно. Погоди. Надо найти того, кто меня может... Во. Не, это не то. Ой, блин. Ладно, продолжаем поиски. Во-во-во-во-во. У меня все только настоящее. Что тебя заводит? Я зайду как-нибудь еще. Да, давай-ка дергай отсюда. Ну-ка. А ты что, покупаешь что-нибудь или так и будешь клиентов отпугивать? Да покупаю, что ты продаешь? Что у тебя есть? Вирты. Только обычные? Я так скажу, кто знает, зачем пришел, тот не спрашивает. Мне нужны брейны. Особого рода. Особого? Агент, что ли? Копы же как дети. Мама не разрешает им гулять одним по таким районам. Ладно, ладно. Я на всякий случай. Чего хочешь-то? Давай лучшее, что у тебя есть. От мертвой головы. Ха. Да ты, я гляжу, из ценителей. Только учти, мертвая голова и стоит по-другому. Может, сделаешь скидку? Так, откуда берешь товар? Во. Откуда ты берешь эти записи? Так ты агент или нет? Да мне просто любопытно. Любопытство лучше прибереги до тех пор, пока не запустишь вирт. Те, кто их снимает,
помешаны на секретности. Я даже и не думал спрашивать, где они все это берут. А совал бы свой нос куда не просят, может, и не разговаривал бы с тобой сейчас. Угу. Я вообще не по таким штукам. Ага, конечно. Я просто пытаюсь узнать, кто их делает и где. Слушай, я просто продаю, что продается. Никого не трогаю. Ты мне платишь, я отгружаю товар. А для чего он тебе? Это не мое дело. А как насчет скидки для нового клиента? Скидки я делаю старым клиентам. Нет денег, вали нахуй. Ну давай. Покажите, что у вас интересного. Так. Вот. Несовместимо. Так, вот это вот я тоже куплю. Мне это надо. Мне это все надо. Так. Красота! Приятно иметь с тобой дело. Мне тоже. Ну давай, Джуди. Че, будем с тобой вместе смотреть, что ли? 125 штук просадил, офигеть. Так, давай. Сейчас, Джуди, погоди. У тебя прорисуется это все дело. Ну, давай! О! Дай подготовиться. Цепляй пока обруч и все остальное. План такой. Ты будешь смотреть, я по ходу редактировать. Готов, жду. Погнали! Тебя. В Brain Dance. Описывай все, что видишь. Может, привет, Ви. Может, привет, Ви. Какой кошмар, а? Какие галюны. Обалдеть. Что описывать? Текстуры не прорисовываются. Это я могу и без Brain Dance про... О! Так. Перезапустить режим изменений. Я включила режим изменений. Можешь осматривать, что хочешь. Не повезло. Это наверняка мусорщик. Других таких стиляк в Найт-Сити не найдешь. Ага. Сраный этот прорисовался кусок пиццы. Недавний. Так. Что-то здесь еще есть. Это кто? Спецовка с нашивкой Корпо Электрик. Так. Баба из мусорщиков. Кто бы знал, что эти хуилы на досуге делают черные брейн-дансы. Так. О, этот божественный аромат синта-кофе. Дешевое говно. Еще и остывшее. Логотип Бак и Слайс. Обычный ящик. Логотип Деккер, Танака и Роджерс. Типично для помойки. Короче, ищем станцию электриков, рядом с которой есть Бак и Слайс. И что? Значит, кто-то постоянно ходит в Бак и Слайс. При том, что там и со вкусом проблемы, и с продуктами. Никто не поедет с другого конца города, чтобы сожрать кусок пенопласта. Ну и чем все закончилось-то? Сейчас, наверное, замочат. Наш главный герой опять обосрется. Слушайте, какая-то жуть прямо. Ой! Что делает? Ё-моё!
В любом случае, нам на электростанцию в Чартер-Хилле. Других зацепок у нас нет. Больше мы из этой записи не вытянем. Да. Еще с Такэмурой надо поговорить. Сказал, что я пойду что-то узнаю, с бабкой потрещал, но при этом никуда он не ушел, все это время стоял рядом, зато мне смс прислал. Какая красота! Что происходит? Может быть, вообще весь киберпанк это один сплошной брейн-данс? Или пьяные галюны с самой первой серии, где он стаканчик пропустил и пошло-поехало. Ладно, поехали туда. Ясное дело, ты со мной? На месте встретимся. Нет, конечно, поехали, поехали. Может, поговорим еще о чем-нибудь. Полиция Найт-Сити заканчивает очередную сессию в минусе. Сначала 2077-го. Все еще не могу забыть этот вирт из мертвой головы, который мы смотрели. Если они пишут только смерть... Перестань. Надо быть совсем идиотами, чтобы выкупить ее только ради этого. В смысле? Они не могли избавиться от девочки, у которой есть не только природный талант, но еще и кукольный чип. В конце концов, такие работницы на дороге не валяются. Но под конец года оказалось, что дыра в бюджете полиции ничуть не уменьшилась. Администрация города абсолютно серьезно рассматривает вопрос о росте. И диалога, видимо, больше не будет. И мне кажется, или как-то быстро рассветлело, что ли? И знаете что, друзья? Это нормальное явление. Старого пса новым трюкам не научишь. Увы, полицейские морально устарели. Они не видят, ну, я так понял, больше здесь ничего не будет. Да, пропустим поездку? Или вдруг что-нибудь появится? Почему нельзя радио переключить? Ну что это было? Во. Банда шельмы. Награда 45. Незаконные акции протеста, сопротивлению, аресту. Здорово. Но я так понял, все-таки это в другом конце города. Она же сказала... Точнее, он сказал ей то, что... Ехать что-то куда-то там далеко. И мы на месте. Ну что, идем? Найди пока вход. Я останусь и проверю подсеть. Может, там остались какие-нибудь планы комплекса? Как только что-то найду, присоединюсь. А пока будем на связи. Учти, там будет опасно. Обалдеть, она меня и набрала еще. Если ты хочешь оставить меня здесь, прости, не выйдет. Вот это красота, а? Ладно, выходим. Я пошел. Не успел выйти, уже звонок. Круто. Так, сохранимся. Добраться до главного здания. Открыть силой. Телефон еще не отвечает. Ну как, все занесли? Почти. Что значит почти? Ящик в руки и вперед. У меня перерыв. Все, хватит хуи пинать. Бери это говно и внутрь тащи. Раз тебе так срочно, сама и тащи. Что-то ты слишком борзая для грузчика. Я скопировала план. Сейчас буду. Попробуй найти проход на нижние уровни. А я тут работаю 4 дня. Меня заебало таскать ваши ящики. Я сваливаю. Черт. Один уходит.
Твою мать. Что за стрельба? Там живой? Живой. Решил не играть в скрытность. Какая красота. Ой, блин, у меня перегрев. Что за стрельба? Ты там живой? Я не знаю, повлияет ли это как-то на итоговую эту, но... Ёп! Ой, перезарядка. И в голову, в голову. А, нет, он в ноги там, в пятки. Отлично. Никто не погиб. Давай. Вроде все ровно. Да ёпать, кто там стреляет по мне? Есть. Ага, нормально. Один отъехал, давай. Скипи! Скипи, тащи! Меч, конечно, хорошо, но... Ой-ой-ой. Куда он там? Он разбился. Слез. Эффектное приземление было. Не супергеройское, а суперидиотское. Так. Как мешок говна просто упал. Ладно. Все. Че, еще кто-то, что ли? Так. Найти проход на подземные этажи. Ну давайте, вот он вроде как. Я нашел спуск. Видишь, где? Ага, буду через минуту. Жди меня. Угу. Я здесь. Будь на чеку. Я здесь. Поздравляю. На минус второй уровень. Но... Скорее всего, ее держат там. Ты слышишь? О, знакомая рубашка. Какая рубашка? Ты вообще про чё? Эвелин? Да, точно ее. Ну ладно. На сегодняшнюю партию метионина не хватит. Нормально. Добавим РТЛ и все сойдет. Что за РТЛ? Эритритол. Типа конфеток для взрослых. А от этого эритритол ни у кого пена изо рта не пойдет. Иначе можно будет закрывать лавочку. Ты вообще понимаешь, что мы здесь уходи готовы? Оттуда. Неплохо. Молодец. Парни, животных взирали. Беспалево. Сейчас я их кое-чем займу. Давай, давай, давай. А потом мы проскочим. Только совсем ебанут. А кто покупает? Все, давай. Ты знаешь, сколько начальник получает за этот план? Слышал. В 10 раз больше, чем мы тут зарабатываем за месяц. А ты откуда знаешь? А может, выйдет? Ага, вижу спуск. Осторожно, там еще двое. Так, давай там. Я отвлеку, а ты с ними разберись. Что хочешь сделать? Думаю, поковыряться в трубах и подпустить пара. Шоу начинается. Быстро в укрытие. Ни
Кир, давай, стреляй скорее! Это в нас! Ну что такое? Прекрасно. Стоять. Там еще позади ребята идут. Что-то непонятно, что она сделала, какой-то пар подпустила. Ну и ладно. Welcome. Блин, ну а что он не наводится? Джуди, по-моему, мы уже пальнулись как только можно. Пистолет огонь. Девай. Где второй? Ой, ёп! Чё было? И контрольный. Ого. Отхреначил-то как. Всё. Путь расчищен. Погнали. По стелсу работаем, ёптать. В кавычках. Ик. Нас увидят, уходи оттуда. Да ладно. Я тебя умоляю. Ну вот мы вроде как и это. На месте. Да? Или нет? Джуди, ёб твою налево, ты где там, а? Вырезали все импланты и заодно пару внутренних органов. Чего добро пропадать, правда? Запасливые суки. Мусорщики. Сколько их не отстреливай в какой-нибудь дыре, все равно найдешь еще больше. Приходилось иметь с ними дело. Да уж. Ладно. Где Джуди? Джуди, Джуди, где же ты? Ну ты чё стоишь тут? По-моему, Джуди у нас это... Заебало тут торчать. Тебя бесит, что над нами никто не стоит, и можно не напрягаться? Что нам не приходится херачить весь день под дождем? Я тебя урою нахер! Нет! Тик! Давай! Обалдеть! Смертоносный отстрел с задницы! Зараза, сколько вас там? Ёптать, это кто? Труп какой-то сжигали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Взорвало его. Джуди. Джуди! Бляха-муха, как попасть туда? Вот. Ты где? Где-то рядом со студией. Получилось что-нибудь найти? Я разблокировала лифт. Выберемся даже быстрее.
Смотрю, ты не боишься запачкаться. Подожди меня немного. Я ее вообще потерял. Я не знаю, где она. Она просто стоит здесь, очко что греет. Пошли искать. Жди нас, Эва. Ёптать. Блин, все, я здесь, пошли искать. И стоит на месте, жопу чешет. Я охренею. Походу, мне придется все в одно рыло разруливать. А может и нет. И... Причина выстрела неизвестна. А, пистолет сам стреляет. Эк. Не дурно. Все горит, все искрится, и твою мать. Че? Что у нас здесь? Ну все, я разозлилась. Да и насрать. Эвелин. Я нашел Эвелин. Но Джуди, походу, должна быть здесь, по всей видимости, а ее ни хрена нету. Казалось бы, в чем причина? Да ни в чем. Джуди просто затупила. Джуди, мать твою. А, Джуди, Джуди. Ладно, видимо, придется перезагружаться. Вот там как раз подсобка. Посмотрю, что можно сделать. Что это было? Глины какие. Вы видали, да? Бежала, бежала и исчезла. Какой кошмар. Ладно, двигаем. Только не трогай ее. Если она пишет, ты сожжешь ей мозг. Я разорву соединение. Так, окей. Возьми его и скажи, когда будешь отключать. Я разорву соединение одновременно с тобой. Так, найти Эвелин, подойти к Эвелин. Ну что, взять Эвелин. Я готов. Ладно, хотя бы нет четвертого варианта. Я скажу, когда пора. Я тоже. Раз, два, три. Давай! Ну! Нормально? Слава богу. Эва, Эвелин, ты слышишь меня? Что с ней случилось? Честно, я не знаю. Похоже на серьезную психотравму. Ее можно переносить? У нее нет сотрясения, травмы позвоночника. Никаких ран вроде бы не видно. У нас нет выбора. Эвелин, задать вопрос. По-моему, бесполезно задавать вопрос. Мне кажется, ничем хорошим это не закончится. Давайте вынесем ее. Давай вынесем ее отсюда. И поскорее. Куда? Я заблокировала двери и перезапустила лифты. Понял. Идем к лифтам. О, Джонни. Джонни, тебе подгон за самураев. И взрыв в башне. Полосатая Эвелин. Что-то я не понял. Перевод 0... Не понял. Блин, я на секунду подумал, что у меня вообще это... Денег 0. Нифига себе. Миссия прошла. Пока искали Эвелин, лишились всех денег. Тебе трудно, что ли?
Ну, хотя бы одну. Ради меня. Затянуться? Да ни за что, Эквей. Твои нежные легкие и так каждый день дышат свежим воздухом. Сигареты для позеров. Да еще и воняют. Можешь нести любую хуйню, только затянись. Нет. Кто, блядь, не курит и не пьет, тот здоровенький мудак. Ну да. Заходим. Дадим им немного времени. Ты же видел ее. Если бы от меня что-то зависело, я бы вернул ее в сознание и допросил прямо там, на студии. Только от тебя тут ничего не зависит. Да. Идем. Ой. А, блядь. Ой, опять этот чип. Вот когда появляется иконка, все, жди беды. Пошло-поехало. Сейчас она еще... Может такой баг случиться, что перманентная вот эта вот будет херня постоянная. Разъезженная. Так, меня должно отпустить. Во, все отпустило. Отлично. Поговорим с Джуди. Вроде уснула. Ну, мне так кажется. По крайней мере, закрыла глаза и перестала трястись. Я бы ее давно убила, если бы мне ее не было так жалко. Как она себя чувствует? А ты как думаешь? Включи воображение. Эта студия высосала из нее все человеческое. Она отдала, что могла, но этого им было мало. У нее продолжали отбирать все больше и больше. Такое ощущение, что она в каком-то трансе. Совсем погрузилась в себя, не реагирует на то, что ее окружает. Да, походу мы с нее вряд ли что-либо выудим. Мне очень не хотелось копаться у нее в мозгах. Просто знай, что я сделала это только ради тебя. Ну, не знаю. Ну, давайте, мне надо с ней поговорить. Я же не говорю, что прям вот иди. Ну, надо мне просто. Мне надо с ней поговорить. Ви, я понимаю, ты хочешь получить от нее ответы на очень важные вопросы. На твоем месте я бы тоже хотела. Только у тебя не получится. Она выпала из реальности. Блять, она что, шутит, что ли? Этот лахеря ни к чему ничего не приводит. Почему ты на нее злишься? Когда ты попросил найти записи у нее на поведенческом чипе, я чуть тебя не послала. Джуди, у меня не было другого. Знаю, все нормально. Тогда я не понимаю. Сейчас поймешь. Я тебе покажу вирты, которые нашла. Так. То есть ты их уже видела? Да, пришлось поработать, чтобы хоть что-то понять. Но я не хочу тебе навязывать никаких выводов. Просто посмотри и составь свое мнение. Угу. Сколько брейн-дансов тебе удалось выдрать? 2. Из них только один целый и понятный. Остальное... Ну, все в том же состоянии, как сейчас Эвелин. Ну, давай глянем. Окей, показывай. Погоди, дай установлю параметры. Посмотрим, правда ли наша кукла потеряла дар речи. Пойдем, Ви. Честно скажу, выглядит не особо вдохновляюще. Привет. Как твои дела? Тебе что-то нужно? Я просто хочу немного поговорить. Что-то у нее вид какой-то вообще нездоровый. И цвет кожи... Что-то как-то все крайне печально. Я знаю, что я не вовремя, но у меня вопрос. Ты знаешь, как можно вытащить мой биочип? Кто-то в городе может это сделать? Эвелин, очень тебя прошу, помоги мне. Это важно. Я умру, если не найду выход в ближайшее время. Буду бледным. Мы просто теряем с ней время. И горбатым! Ну, прикоснемся. Так. Не, ну посмотри на нее. Ладно. Хороший диалог получился.
Погнали смотреть, что там это. Садись. О, начинаем брейкданс опять. Сейчас начнется. Запускай. Файлы были сильно побиты. Особо отредактировать не вышло. Ага. Хорошо, что вообще получилось их вытащить. Сейчас они не исключаются. Качество так себе, но я сделала, что могла. Ну что там, будет такое же качество, как у меня киберпанк на ноуте? В принципе, допустимо, как говорят в комментариях. Даже круче, чем на PS4. Обалденно, а? Ой, ладно. Что мне смотреть? Обратить внимание на устройства и охранные системы? Нам нужна только планировка. Так. Можешь осмотреться, если хочешь. Это кто? Лица вообще не видно. Ну, знаешь, в обычных условиях такое шифрование легко взломать. А в этот раз нет. Кто бы эта тетя ни была, она серьезная нетранер. Или просто работает на пару с таким. Тик. Вот это вот что? Я знаю, что это. И что же? Символы Виве. Ты в них разбираешься? Если ты про их смысл, то это не ко мне. Я просто слышал, кто их использует. И кто? Говорят, что вудуисты. Но это просто слухи. Я не Обратите то, чтобы на 100% на уверен. Ты про банду нетранеров? Их тяжело найти, они стараются нигде не светиться. Не знаю даже, с чего начать. Да давай просто смотреть Обратите дальше. Внимание на устройство Нам нужна системы. Только планировка комнаты. Остальное мы вырежем из вирта сами. Слушайте, а я лицо-то вижу примерно. Сообщение проверить? Сообщение проверить? Только если сумеешь сделать это, Пафебори. Главное, чтобы у него не было подозрений. Старайся вести себя, как обычно. А если он сам вдруг начнет говорить о биочипе, что мне? Биочип? Где-то о нем слышала. Это не так важно. Может быть. Но они все из Пасифики. Это сужает область поисков. И что теперь? Теперь, кажется, меня ждет экскурсия в Пасифику. А если он сам вдруг начнет говорить биочип? О биочипе? Где ты о нем слышал? Биочип не твоя проблема. Сними вирт, принеси его нам. Тебе заплатят. Это твое единственное задание. Остальное тебя не касается. Поняла? Ну окей. Отлично, думаю, на этом все. Ни хера не понял, но очень интересно. И она прорисовывается. Слушай, я походу до сих пор в брейндансе. Женщина, которая наняла Эвелин. Знаешь, кто это такая? Первый раз ее вижу, если честно. Извини, Ви. Так. Теперь ясно, что случилось в облаках. Это они пытались ее обнулить. Из-за них сгорел ее чип. Не понимаю, ее наказали за то, что она попыталась их наебать? Они поняли, что Эвелин знает гораздо больше, чем должна. Это от них она пыталась убежать. Похоже, Эвелин довольно много нам не рассказала. Да вообще. Если бы я знала, во что она ввязалась. Снимает этот гребаный брейкданс. Она должна была только записать вирт. Круто, что она сумела организовать всю операцию в одиночку. И увести биочип прямо из-под носа у заказчиков. То есть она перехватила. И ее свели с тобой. Она вызвала огонь на себя. И на тебя. Здесь есть еще одна запись. Хочешь посмотреть? Давай. Запускай. Меня уже ничто не удивит. Ой, так, что у нас здесь?
Реали. Ute guérison, man sei tout intelligent pour ça, potibien. На каком языке она говорит? Не знаю. На креольском, раз уж это вудуист. Постой-ка. Кажется, у меня где-то был автопереводчик. Ты пока попробуй настроиться на частоту телефона. Интересно, что говорят с той стороны? Есть. Погоди секунду. Она говорила про Юри Нобу. Наверное, поэтому Эвелин спрятала эту запись. Я слышала еще одно имя. Что-то вроде Сильверхенд. Угу. Надо перевести, что они говорят. Вдруг что важное. Опа! Я, кажется, нашла сборку автопереводчика. Он должен быть совместим с твоей системой. Давай устроим. Давай! Ёптать! Так. Блин, зону покрытия покидаю. Что-то я сканирую. Гражданские. Не уверен, что Сильверхенд приведет нас к Альт. Так, погодите, я должен видеть полную эту, а то что-то... Так... Ой, блин, давай заново! О, давай. Офигенно, закуривать не пойми чё. Сильверхенд придет к Альт. Я правильно понимаю, что тут, то есть неспроста все это было, что им даже не сам биочип, возможно, был нужен, а что в нем? Окей, Джуди, хватит. Ладно, отключаю. Кто это за третья группа лиц? Ничего не понимаю. При чем тут Джонни Сильверхенд? Он же умер, и это было 100 лет назад. Ви, ты не знаешь? Угу. Помнишь, мы украли биочип? На нем была записана инграмма Сильверхенда. Инграмма? Цифровое сознание. Конструкт личности. Слушай, можешь дать мне минутку? Мне надо все это... Это что-то нервничает. Конечно. Сейчас что-то нам, видимо, скажет, предъявит. О, он вообще исчез. Кто они? Ты знаешь эту женщину? Есть идеи, как их найти? Блять, Ви. Последние полвека я был мертв. Уж прости, пожалуйста, что я не могу по первому требованию подать тебе все ответы на блюдечке с голубой каемочкой. Слушай, что этим людям нужно от Альт? Да я-то откуда знаю? Ну, хотя бы предположи. Ты же видишь, как ни крути, все равно все пути ведут к этой нетранерше. Главное теперь найти ее. Я думаю, она много знает об этом биочипе. И, скорее всего, сможет нам помочь. Ты говорил, что нам уже ничто не поможет. Блять, да просто найди эту креольскую тетку и все. Ладно, Джонни нет, а дым остался. Хорошо. Подожди, ты уже знаешь, как выйти на контакт с вудуистами? А почему это тебя волнует? А что?
Боишься, что я натравлю их на Эвелин? Нет. Сначала я тебе не доверяла, но... Если бы ты хотел отомстить Эвелин, ты бы уже давно это сделал. А что тогда не так? Просто хочу, чтобы у тебя все получилось. Что ты будешь делать? Поспрашиваю, видимо. Поспрашиваю людей, позвоню кое-кому. С буддуистами вообще все сложно. Они к себе даже кошку незнакомую не подпустят. Надо понять, кто нас познакомит. Ну, тогда удачи. Надеюсь, все получится. Агент Джей, ты был лучшим из нас. Бог в помощь. Спасибо, Джуди. Это тебе спасибо, Ви. Ты хороший парень. Крутой. Эвелин всегда судила о людях поверхностно. Если бы она познакомилась с тобой поближе, может, все сложилось бы совсем по-другому? Может быть, может быть. Где это я вообще нахожусь? Ага. Ну окей, супергеройское приземление. Отлично. Оказался в какой-то жопе мира. На перепутье мистеру Хэдсу позвонить, подождать, пока Такэмура позвонит на следующий день, позвонить по нам. Киберпсихопата обезвредить. Круто, полный набор. Просто замечательно. Ну ладно, давайте-ка тогда закончим тут. И продолжим уже, как обычно, все в следующих сериях. Ссылка на плейлист, группу ВК, Фейсбук, Твиттер, а также на другие прохождения крутые снизу в описании под видео рекомендую к просмотру. С вами, как всегда, был Доцент. Пока-пока.